Поэзия – странная штука. Откуда берутся стихи? Из буквы, из слога, из звука и просто другой чепухи. Когда в неуюте ночлега проснешься от скрипа петель и даже от шороха снега в январскую злую метель, от светлого пения скрипки, что нынче у нас не в чести, и даже от чьей-то улыбки, подаренной кем-то в пути. Когда-нибудь, наверное, быть может, как детская обида, как ожог, пройдет печаль и все, что нас тревожит, растает, словно мартовский снежок. Под звон гитар и песенок дворовых, простой, как сон, мелодии для нас, станцует дождик на лесных дорогах, давно забытый танец подыграть. И мы возьмем билет на синий поезд, чтоб, не жалея прошлого, вздохнул и больше ни о чем не беспокоил. Уедем далеко куда-нибудь. Молчи, мой друг, слова, пустая трата, и не понять ни сердцу, ни уму, зачем-нибудь, когда-нибудь, куда-то. Мне все равно, не знаю, почему.